Вот мы добрались на вершину пика Щерского. Тут всякие лички, памятники есть. Вот тут складывает тури из камней. Ну что, Валя, как твои впечатления? Отлично. Только я вот... еще спуститься до озера, которое сейчас не видно, озеро Щерское. Нам еще вернуться за вещами, а потом... Да, вон туда вернуться за вещами, и потом вниз, да, в озеро.